Здравствуйте! Мы проведем обзор основных преимуществ отдельно стоящей плиты Midea. Плита выполнена из нержавеющей стали. Ее габариты в ширину 90 см, высота 85 см и глубина 60 см. Плита устанавливается на 4 устойчивые ножки. Данная модель комбинированная, то есть поверхность плиты газовая, а духовой шкаф оснащен электрическим нагревателем. Давайте рассмотрим поверхность более внимательно. Варочная поверхность оснащена 5 конфорками разными по мощности, каждая из которых включается с помощью механических регуляторов. Регуляторы легко снимаются, облегчая уход и поддержание чистоты поверхности. В центре располагается конфорка усиленной мощности с двойной короной пламени. Идеальный вариант для быстрой обжарки продуктов, когда важно сохранить сок и насыщенный вкус внутри кусочка, запечатав его в поджаристую корочку. Компания Midea использует конфорки итальянского производства Sabaf. Это мировой лидер по производству ключевых элементов и аксессуаров для варочных поверхностей. Такие горелки обеспечивают ряд преимуществ. Это гибкая регулировка мощности пламени и экономия в потреблении газа благодаря особой конструкции. Каждая из горелок оснащена автоматическим электроподжигом и газ-контролем, который прекратит подачу газа в случае случайного затухания пламени. Поверхность оборудована устойчивой чугунной решеткой, которая позволяет передвигать тяжелые кастрюли, не поднимая их. Помимо этого, чугунная решетка отличается исключительной прочностью. Она не гнется, выдерживает немалый вес без деформаций. Внешний вид решеток остается неизменным на протяжении всего срока службы. Духовой шкаф плиты электрический и имеет объем 121 литр. Он оснащен несколькими нагревателями, два больших тена, верхний и нижний, дополнительный верхний гриль и два кольцевых нагревателя, расположенных у конвекционных вентиляторов. Да, этот духовой шкаф оснащен двойной конвекцией. Два мощных вентилятора приводят в движение раскаленные воздушные массы внутри камеры, создавая горячий вихрь. Благодаря этому выпечка и большие куски мяса легко и равномерно пропекаются. В комплектации есть два противня и три решетки. Противень можно установить как на решетку и разложить на него выпечку, так и под в специальные крепления, если вы готовите, например, мясо-гриль. Три стеклодверцы обеспечивают лучшую теплоизоляцию и безопасность снаружи при случайном прикосновении. Во время работы духового шкафа автоматически включается подсветка камеры. Кстати, подсветку можно включить и отдельно от тенов. Это очень удобно в процессе уборки камеры шкафа. В нижней части духового шкафа располагается ящик для посуды, в котором можно хранить кухонную утварь, предназначенную для использования в духовом шкафу. Управление духовым шкафом располагается на передней панели. Здесь же расположен LED-дисплей, на котором отображается текущее время и время таймера. Режимы работы духового шкафа и температура включаются с помощью механических регуляторов. Максимальная температура 250 градусов. Духовка оснащена термостатом. При достижении установленной температуры набор остановится и перейдет в режим поддержания. Для приготовления большинства блюд стабильная температура крайне важна. Также доступны 8 режимов комбинации работы электрических нагревателей и конвекции. Такое разнообразие позволяет с большим комфортом готовить совершенно разные блюда. Дополнительным приятным бонусом становится автоматический режим приготовления. Включаем нужную программу, устанавливаем время приготовления. На дисплее загорится индикатор авто. По истечении заданного времени духовой шкаф сам отключит нагревательные элементы и подаст звуковой сигнал. Если вы любите творить кулинарные шедевры или просто хотите с комфортом готовить разнообразные блюда, комбинированная плита Midea – это прекрасный выбор для вашей кухни.